Конечно же, люблю маму. В первую очередь я, конечно, тоже люблю маму, а во вторую очередь, конечно же, люблю своего молодого человека. И мы хотим пожелать любви всем, любить своих родителей, своих молодых людей, своих девушек. Своих родственников. Обязательно, да. А учителям я хочу пожелать любить своих детей. Поздравляю всех влюбленных. Любите, дружите, будьте дружными, как вы, как с дочкой. Всех поздравляем с праздником! Больше всего любим маму!